Наденьте на него стяжки и мешок. А, нет! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, нежданно-негаданно мы с вами будем снова наблюдать приключения Маквысера в GTA 5 онлайн. Я знаю, какой вопрос тебя мучает. Как я могу попасть в следующий эпизод по Маквысеру? Одно слово — Ламесса. Это сервер, на котором я играю. Заходи туда по ссылке в описании, и у тебя тоже появится шанс попасть в следующий выпуск. Начать играть можно очень легко, в три шага. Вам надо иметь лицензионную GTA 5 в Steam, после чего просто скачать, установить и запустить GTA 5 RP Launcher. И в списке серверов находите Ламесса. И как только подключишься к серверу, нажимай F10, а потом шестеренку, промокод и вводишь Высер. И получай неплохие такие бонусы. И этот промокод работает на всех серверах проекта GTA 5 RP. Увидимся на серваке, а мы начинаем. Меня зовут Маквысер, и я переехал в новый город. Я думал, мне будет сложно прижиться в нем, но я сразу же нашел себе новых друзей. А потом мы решили стать автомеханиками, когда поняли чудодейственные свойства молотка. Правда, мой партнер решил уйти из бизнеса, продал мне все свои акции в виде молотка и оставил меня одного поднимать бизнес. Именно этим я и занимаюсь. Маквысер знает толк в хорошей починитой машине. Подправить здесь, вот здесь пару дырок. Плюнуть на капот и протереть штаниной. Как вдохновляет. Звуки стройки, и я строю свое будущее. Перспективное, оставляя еще одного счастливого клиента позади. Не то чтобы он меня вызывал, но я думаю, когда он проснется и выйдет к своей машине, он будет очень рад. Сколько уже за сегодня машин таких обработал? Даже не сосчитать. И на лету! Оп, хорошо. Машины просто летают повсюду. Молотком. У вас очень юный голос для вашего тела. Это как в фильме, когда ты переселился в тело своего отца? Да. А что же делает тогда твой отец? Уроки? Дай мне совет. Совет тебе дать? Да. Ну, первый совет я могу тебе дать, это не надевать шлепки с носками вместе. Пошли, я тебя подвезу. Ты знал, что детям нельзя водить машину? Вот почему. Что, взлетим? Давай, понеслась. План провалился. Какой хороший маленький мальчик. Может быть, такси вызвать? С другой стороны, у меня очень мало денег. Мне нужно экономить. Буду просто надеяться, что кто-нибудь остановится и подвезет меня обратно. Я не люблю оставаться один, сам с собой, со своими мыслями. Слишком много у меня на душе. Ее убили! Так, все, хватит, Мак, думать об этом. Ты найдешь себе новую цель. Ты всегда находил. А какая может быть цель у человека, у которого нет никакой мотивации? У меня есть просто я и молоток. И больше ничего. Я хотел стать кем-то. Сделать что-то великое. Я устал от того, что прошлое меня преследует. Пора бы оставить его позади и посмотреть в будущее. Какое же будущее ждет Маквысера? Притормозь. Опа! О, здорово, ребят! Вы меня не подвезете до города? А ну-ка, дружок, посмотри-ка на меня. А чё вы все одеты? Эй, какого дьявола? Что? Всё, пакуем, пакуем. Что происходит? Сейчас я шефу сообщу. Это очень странное такси. Парни, не ждите, что я 5 звезд вам поставлю. Гарик, закрой ему рот, ляп. Я в туалет хочу, если что. Я много пил. Мы уже приехали? Так, мы в каком-то доме. Тук-тук-тук, шеф. Что? Вот он, гусенок, как вы и просили. Покажите мне его поближе. Подведите-ка его. Простите, я не понимаю, что здесь происходит и что я сделал не так. Это сказали. Сейчас, погоди. Вот я здесь стану. Пожалуйста, говори. Мне тут сказали, что ты машину разбил влиятельного человека. Это недоразумение. Я чиню машину. И если вы развяжете мне руки, я покажу вам то, чем я это делаю. Развяжите мне руки. Вот, смотрите. Я подхожу к ней, делаю вот так. Но здесь нет машины, поэтому ты не увидишь разницы. Но я могу показать на твоей. Пойдемте, покажу. Пойдем, покажешь. О, боже мой, да тут все нуждается в ремонте. Ой. А ну-ка. Не стойте возле производства. Я же что за сказал? Что? Делаешь вот так. Это, по-твоему, чинка машины? Компания Молотко, к вашим услугам. Вот здесь. Я сейчас тебе и вот так в жопу запихну. Ты что, машину ломаешь? Мне кажется, мы неправильно друг друга поняли. Вы просто старой школы. Вы не знаете, что такое клевый дизайн машины. Особенно если вот здесь еще чуть-чуть нападать. Она будет гонять как... Ой! А ну-ка, задержите его, пошлите за мной. Вау, у тебя клевая вилла. Сейчас ты немножко поподробнее узнаешь, когда искупаешься в нашем бассейне. Вот это гостеприимство. Медленно прыгаешь в бассейн. Я уже спрыгнул.
идешь чуть дальше, глубже. А здесь нету такой специальной штуки, которая, когда ты пописываешь, моча становится очень видна. Потому что я уже начал. Я просил ребят остановить, пока мы ехали сюда, но они не слушали меня. Ребят, это что, детский бассейн? Он очень маленький. Теперь я так понимаю, ты же слышал, что я сюда пописал, да? Ты как бы здесь стоишь, отошел, молодец. Вытащите его из бассейна. Ладно, я почти утонул. Ничего, ничего, сейчас еще повидаю. Наденьте на него стяжки и мешок. А, нет, нет! Заморал весь нож. Ну все, ребят, наше дело окончено. Поехали отсюда. Оставим этого бедняжку тут ночевать. Нет! Нет! Вернитесь! Стой! Надо вызвать медиков. Окей, сотрудник принял ваш вызов. Я слышу их. Помогите мне, сэр! Что с вами случилось? Кажется, мне только что 100 раз пырнули в брюхо. Не болейте. Может быть, вы меня доставите в город? Прыгните. Спасибо. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Не болейте. Вы тоже не болейте. Неужели это был он? Это был... мой отец. Почему он так поступил со мной? Я искал его всю жизнь, а он отверг меня. Все эти годы я не знал, кто я. Менял профессии одну за другой. Боролся с преступностью, защищал невинных. Нес рыжее правосудие всему миру. А он даже не признал меня. Ха. Может быть, это потому, что я делал все неправильно? Может быть, потому, что мой отец считает, что я его недостоин? И тут я понял, что я должен сделать. Я сделаю так, что мой отец будет мной гордиться. Я добьюсь таких высот, которые ему и не снились. Этот город узнает мое имя. Я поднимусь на самый верх. Я стану самым влиятельным человеком в этом городе. Я и мой молоток. Они забрали молоток! Твою мать! Я должен создать банду. И такую банду, чтобы все уважали. Сэр, не желаете создать банду вместе? Да, братанчик, а что такое, давай. Я очень зол на весь мир, я хочу впечатлить своего отца, и мне нужно сделать супер страшную банду, которую чтобы все боялись. Ты можешь быть первым, кто вступил в нее. Отлично, все, мы теперь братаны. Давай мне свой номер телефона. Давай. Алло. Алло. Ну все, дозвон откинул. Все, да, есть, работает связь, отлично. Этот город будет наш. Ну что, может быть, мы уже займемся чем-нибудь? Вот мы уже с моим другом побежали делать какие-то грязные дела. Это что, прокат машин? Здесь на права сдают. Значит, сначала нужно сдать на права. Я готов сдавать на права. Начнем с теории. Прочитано. Я сейчас сдаю тест на автошколу. Мне нужны подсказки. Ну, давай вопрос. Давай, первый вопрос. Что должно иметь для вас решающее значение при выборе скорости движения в темное время суток? Условия видимости. Спасибо, ребят. Следующий вопрос. С какой стороны разрешен обгон на дороге? С левой. И последний вопрос, решающий. Сзади приближается полицейский автомобиль. С включенным спецсигналом следует за вами. Ваши действия. Окей, я так понимаю, постепенно снизить скорость. Но мне интересно ваше мнение. Да. Вы сдали тест. О, я сдал тест. Спасибо вам, ребята. Красавчик. Нафиг я учил теорию ПДД, я все равно все забуду. Теперь я должен сдать практику. Я стану самым грозным бандитом. Ха-ха-ха-ха. Смотрите, как грозный глава мафии сдает экзамен на права. Ха-ха-ха. А, черт! Стал бы мои давние враги. Это не считается. Вы прошли тест! Отлично! А что, если мы кого-то грабанем? Например, ну, ты... банк. Не, ну там много не грабанешь. Вот, смотрите, сейчас я покажу, как это делается. Гражданин денег дал? Возможно. Если к нему подойдите, он будет гадать. Твой друг тебя заложил, говорит, денег много. Давай. Вау, что происходит? Стрельба, убегай, МакВизер. Отлично мыслишь, давай. Садись. Мы грабим тебя, если ты не понял. Да ладно, вам деньги дать или что? Да, я же что говорил ты изначально. Штукарь. Все, он уехал. Короче, нам надо сделать фото в мэрии. Отлично. Второй шаг на пути становлению мегапреступником. Сажусь.
Поехали! Добряк, мы станем супербандой, я тебе обещаю. Да. Ты видел, как мы отжали бабки? Легко и просто. А теперь в мэрию. Мы уже тут. А, мы уже здесь. Хорошо. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Сделать фото на документы. Да, конечно. О, боже мой! Какая эмоция. Вот это, нет. Прекрасное фото. Вся фото сделана. Куда теперь едем? Предлагаю мафию. Любая мафия принесет очень много денег. Значит, выбираю любую. Посмотрите на этих чуваков. Два искателя удачи едут устраиваться в мафию. Почему у Мака такое довольное лицо? Это что, все бандиты? Преступники, которые нарушают закон? Да, кто такой? Я Мак Высер, а это Добряк, мой напарник. Пошли, Мак. Не получилось? Почему у меня эта ухмылка? Так. Нет, 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 нет. Я узнаю этот бассейн. Черт, мы приехали туда, где я уже был. Походу, это дом моего отца. Но у меня будет возможность узнать его получше. О, боже мой, так увлекательно. Сразу говорю, не ныряй в этот бассейн. Почему? Я же сказал, я уже был здесь. Я понял. Я не войду в этот дом, пока не стану достоин. Поехали дальше. Поехали. А мы можем заехать в магазин и купить мне кое-что? Иди сюда. Я предлагаю не надеяться ни на какую мафию и брать все в свои руки. Вы оба хотите, да? Здрасте, да, мы оба пойдем. Хотим. А чего? Пошли, пошли. Идем, идем, идем. Кажется, тут все на мази. Сэр, вот вы дрявый, вы белый. Да. Вам нужно стать черненьким. А как загореть? Попробуйте к этому хирургу в больнице подойти. Можете отойти пока? Должен признаться, я немножко нервничаю. Они там спелись, а я стою здесь в сторонке. С дурацкой ухмылкой. Так, какой план? Надо как-то, чтобы ты вступил к нам. А, ты уже у них? Да. Тебе надо стать афроамериканцем. Я могу это сделать. Мне нужно к хирургу. Ну, погнали. Погнали, конечно. Пошли решать. Ну, пошли. Здравствуйте. Помогите моему другу стать афроамериканцем. Пойдем сюда. Я мечтаю стать им. Быстрее. Вот тут. 20 тысяч стоит. Да. Сколько? Чего? Да-да, вот прям вот тут. Видите, написано хирург. Сейчас разберемся. И цвет кожи... Да, Мак Высер теперь чернокожий. Ребят, я черный теперь, скажите мне, пожалуйста. Да-да-да-да-да. Отлично. Погнали. Погнали. К светлому будущему. Ребята, офигеет от того, какой я стал подходящий. Хорошо, я готов. Где наш друг? Сейчас позову. Как волнительно. До третьего ранга 10к. Просто 10к? 2к могу дать. Давай. Пожалуйста. Отлично, спасибо. Скорее, в грабеж мобиль. Есть машина? Нету. Мы можем использовать твой мопед. Там нужен багажник. Черт, надо у кого-то попросить машину. Ой, слушай, у тебя не будет машины? Нам для дела, понимаешь, для дела. А, то есть вы грабить кого-то хотите? Конечно. А, он может быть нашим водителем. Я бесплатно вас подвезу, почему? Добряк. Может, конечно. Он может честно стоять на стрёме. Да, давай. Вот это клевая машина. Багажник что надо? Как раз для дела. Ой. Опа. Что начинается-то? Почему в тебя стреляют? Начинай, все. Да что вы меня стреляете? Мак, на колени. Я на колено сел. Добряк. Да. Что происходит? Человека нашего забирают. Машина-то нам хоть останется, нет? Не знаю, если он завел ее. Ты завел машину? Скотт! Заведенная, спасибо. Все. Отлично. Поехали, поехали, добряк. Прощай, Скотт. Мы тебя не забудем. Нам сказали остановиться. И чтобы ваш друг остался на свободе. А что делать надо? Либо песню спеть, либо станцевать. Станцевать? Ну я спец в этом деле. Что? Ну давай, конечно, не проблема. Я сейчас вам покажу. Давай, добряк, танцуй. Я буду стоять аплодировать, чтобы заводить. Отлично, хорошо, ты правильно делаешься. Я хлопаю тебе медленно. Я думаю, это достойное освобождение нашего друга. Что происходит? Я истекаю кровью. Ты жив, добряк? Я еще живой. Они распознали фальшь в твоем танце. Я же говорил другую музыку выбрать. Я пытаюсь не потерять сознание. Не иди к свету, добряк. Добряк, ты жив и в майке. Наконец-то. Да, на работу. Что ж, едем на первое дело. Давай, выходим. Стой на стреме, Скотт. Все, мы входим. Отлично. Так, что нужно сделать? Добряк!
Мне не нравится, слишком здесь тихо. Возьмем молоток. Дом пустой. Че он там так возится? Ты сделал это? Да. Все, поехали. Все, отлично, едем на базу. Сейчас заработаем наши первые бабки. Что-то не нравится мне здесь. Че происходит? Эй, слушай, я не забыл ПДД.